Всем привет, ребят, с вами Свитен, и сегодня я сниму вам видео. У меня уже когда-то было такое видео, я его выпускала для своей личной группы ВКонтакте, которая называется «Видеоблогер Анна Скусенец». Свитен в душках-то меня написала уже. Я сняла обзор своего рабочего стола, так как у меня произошли некоторые изменения, и того видео я не вылаживала в YouTube. Я покажу вам сейчас свой рабочий стол, как он сейчас выглядит, надеюсь, вам это будет интересно. Если это так, то оставайтесь со мной. Давайте начнем, наверное, с моего вот этого главного, где я работаю. В общем-то, давай начнем с этой стороны. Здесь у меня стоит доска вдохновления, которую мы с вами вместе делали. У меня есть еще тут обновочка, такой вот смайлик я наклеила на фотку там, где мы с Кристиной. Потом здесь мои фоточки, вы можете их сейчас разглядеть поближе. Вот. В общем, она заняла вот такое вот место на моем рабочем столе. Здесь лежат мои бусики, которые я купила в Кроптауне, в мануфактуре. Потом здесь стоит моя лампа. Вот она тут заклеена скотчем или изолентой. Просто здесь вот эта штука не работает, она просто включается от вот этого вот провода. И все. Следующий здесь лежит тут мой футляр. Потом мой чехол, потом подставка под горячее, вот ноутбук, здесь я смотрю Дивергента, потом телевизор, привет. Потом на телевизоре у меня стоят вот такой вот скорпиончик, моя принцесса, это моя котик, моя собачечка милая. Потом стрекоза и две Пинки Пай, вот одна такая вот, она мне когда-то попалась в... Хэппи Милли, и вот такая вот я ее собирала, вы могли видеть ее в моем подарке, я снимала видос, в общем-то. Так, здесь у меня календарь висит на 2016 год с котами, и два вот таких вот маленьких с обезьянкой. Это я с моей крестной, она мне на день рождения подарила фоточку. И здесь мои картины, иконки, штора, ну, в общем-то, да. Потом здесь стоит моя маленькая коллекция разных Skittles, Смурфик, потом там пальма, вот это вот то, что я купила в музее минералов, который в школу приезжал, этот верблюд, который мне Кристина привезла из Египта, спасибо, и две колонки, в общем-то. На этой стороне стола у меня селфи-палка, в общем-то, да. В общем-то, лежит Rexis Journal, значит, еще денник. Потом стоит вот такая вот штучка для ручек. Вот с вот таким вот мишком это вот я вязала. Вот такой вот цветочек. Потом тут висят значки, короче, линейки. Это я мавпочку делала на художке. Украинский флаг. Потом, ну и такое разное. Следующее здесь стоит такой еще вот календарь с мавпочкой и на 2016 год. Книжка, которую я себе читаю. Ну, вы знаете, я делала на нее обзор. Вот, я уже прочитала достаточно там нормально, видно вам, надеюсь. Здесь стоит вот такая вот салфеточка, стоит фиалочка. У меня вообще-то здесь на много разных цветов, там фиалки, радио. Сам покажу поближе. В общем-то, вот фиалочки и так дальше. И там на этом окне у меня стоит кактус, вот такая вот пчелка, которую я делала. И вот, короче, вот такая вот тоже фиалка. Много фиалок. Ну, здесь ангелы, вы их уже видели. Так, давайте продолжим. Так, ну здесь я вам все показала. Теперь перейдем к ящикам. Здесь у меня лежит всякая моя штука, блокноты, разные там шнуры, USB, там кошельки и так дальше. Ну, кошелек один у меня там. Ой, да. Здесь у меня тетради, потом клей, разные еще и такое разное, короче. Ну, всякая моя канцелярская принадлежность. Там, они там ничего не видно. Ну, короче, там стоит моя мусорка, да. И здесь у меня лежит, короче, тоже клей, вышивка разная. Там какие-то карандаши, здесь мои учебники стоят. Вам их, наверное, что-то вообще их не видно? Ну, ладно, сейчас вам покажу их. Вот они, короче, учебники, это полочка для моих учебников. Да, здесь у меня стоят мои наушники, которых вообще почти не видно. В общем-то, вот мои наушники. Марки Ergo, очень классные. Потом разные игры. Что-то здесь плохо видно, поэтому... Ну, здесь стоят игры, ну и проводка. В общем-то, вот такой вот у меня рабочий стол. Да, ну, все как бы. Надеюсь, вам понравилось такое видео.
Если так, то поддержите меня пальчиком вверх, подпишитесь на мой канал, напишите мне комментарий. На этом все, с вами была Свитон, пока!